Тот момент, когда уже стало не смешно. Короче, принимаю волевое решение бороться дальше уже не буду, чтобы проехать. Хотя вот это да, цепи, конечно, вообще спасение, а может и наоборот. Следов вообще нет, в принципе, здесь никто не ездит. Я первый. Но остановила меня не дорога, а понимание, что еще 15 где-то километров неизвестности, а у спутникового телефона нет зарядки. Я понимаю, что родные волнуются. По крайней мере, я знаю, что я назад доеду по своим следам. Самое прикольное, что я по карте посмотрел, там дорога как-то через реку переходит в каком-то месте. Поэтому ничего не... Ну, ни один маршрут не пробивал ее, наверное. Ну, доедем до моста, ну, точнее, до его отсутствия. Развернемся хотя бы через попытки за мной. Подъемчик-то хорош. Безумие вообще. Ну, зато я это буду вспоминать всю жизнь. А не то, как я по трассе катился 110. Хлоп, переобулся, на весну везде асфальт,
оказался на перевале. У тебя цепи есть. Я давно рекомендовал всем владельцам Lexus ES такой комплект приобрести. Ну, ищите другой. Надо на заказ делать, это чуть большевато. Проехал, дошел уже до дороги, но передо мной метров 200, просто жижи развезло, я не понимаю, что делать. Вот дорога, охренеть, вообще, поверить не могу. Я что-то не вижу.